Спортивная школа, город Рыбинск, Ярославская область. Приготовиться Артему Иншакову. Поехали. Не, я настроила фотик, он теперь еще лучше будет. Уйди. Задница приглашается на перепрыжку.
Всадница приглашается на перепрыжку. Валерию Ульянову, Анастасию Панфилову, Анну Шавакян, Ксению Кузнецову, Дарью Пяти, Валентину Потапову, Дарью Самохину, Сергея Петрова, Наталью Кургузову, Веру Вишневскую и Валерию Василенкую. Мы начинаем церемонию награждения соревнований по преодолению препятствий, Кубок чемпионов, Кубок Академии конного спорта в маршруте номер 3. Награждение проводит главный судья соревнований, судья первой категории Татьяна Кабакова, город Москва. В результате проведенных соревнований в зачете для юношей 5-е место заняла Дарья Пяти на лошади Корнелина, КСК «Амадей». Награждается дипломом, ее лошадь памятной розеткой. 4-е место заняла Ксения Кузнецова на лошади «Оскар». Спортивная школа номер 15, город Рыбинск, Ярославская область. Она награждается дипломом, ее лошадь памятной розеткой. 3-е место заняла Ануш Авакян на лошади «Корона», юность Москвы, Битца. Она награждается бронзовой медалью, дипломом, ее лошадь памятной розеткой. 2-е место заняла Анастасия Панфилова на лошади «Хакер», частный владелец. Она награждается серебряной медалью, дипломом, ее лошадь памятной розеткой. И 1-е место в зачете для юношей заняла Валерия Ульянова на лошади «Эпатаж», Тверская область. Она награждается кубком, золотой медалью, дипломом, сертификатом на посещение кваква-парка. Ее лошадь награждается памятной розеткой. Мы поздравляем победителей призеров.